Пробую запустить мотор после перестановки в треугольник, но пока, как ни странно, он у меня начинает при определенных оборотах греметь. Вот сейчас обороты 28 Гц, 45. Приближаемся к 50, начинается грохот. Даем реверс. Грохот мотора еще сильнее. Минимальные обороты 15 Гц у нас сейчас. А так вибрирует и стучит на любых оборотах до 100 Гц. Скорее всего, это подшипники, потому что маловероятно, что ротор стучит о корпус. Но при том, при всем, стучит в разную сторону по-разному. Вот 40 Гц не стучит. Ставим 50, начинает стучать.